Отменили медкомиссию, сэкономили время. Закон, благодаря которому поступать в детский сад стало проще, показал свою эффективность. Подробности в сюжете. Давай, аккуратненько. Вот. Даша у нас даже знает, как уже нужно вставать. Девочке Даше почти 2 года. Она готовится пойти в детский сад. К врачу пришла вместе с мамой, чтобы оформить медицинскую карту. Закон, который в 2018 году отменил медкомиссию, сократил список специалистов, обязательных к прохождению перед поступлением в сад. Один день выделили на специалистов, но это было буквально, не знаю, за 30 минут мы прошли всех. Затем сдали все анализы. Прививки у нас шли по плану. То есть планово мы все вовремя делали. Вот. Сегодня мы доделываем крайнюю такую прививку еще и готовы пойти в сад. Теперь желающим пойти в детский сад участковый педиатр оформляет медицинскую карту и выдает заключение на основании профилактических осмотров, которые ребенок проходил по возрасту, без повторного посещения этих же специалистов. Удобнее родителям, которые уже планируют свою трудовую деятельность, мамы выходят на работу, им не нужно дополнительно отпрашиваться с работы или брать административные. Нет очередей в поликлиниках, нет очередей при заборе крови. То есть плановый профилактический осмотр, конечно, разгружают посещение в поликлинике для больных детей. Ольга Николаева, мама Тимура, которому почти 3 года, рассказывает, что раньше приходилось стоять в очереди к узким специалистам и занимать ее заранее. На обход врачей уходил не один день. Сейчас мы прошли всех врачей, прошли медосмотр, специалистов там на самом деле не очень много. Нам вот 3 года будет скоро, и там где-то, наверное, 7 специалистов, хирурги, невролог. Вот. И мы прошли за один день буквально, то есть там пришли в 8 утра, ушли в 10. Начав входить в детский сад, ребенок уже постоянно находится под присмотром медсестры и врача. Именно они назначают необходимые анализы и проводят осмотр. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика.